мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. И эта ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Все мои мысли были направлены на то, чтобы как лучше ее выполнить, как правильно выполнить эту программу полета, чтобы получить как можно больше данных от этого космического полета. Но, естественно, уже на лирические размышления времени осталось очень мало, некогда было об этом думать. К полету я постоянно готов, и в любое время, как только мне доверят, я полечу снова.